А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Builder Simulator и продолжим наши контракты. О, это самое начало. Ну, мы почти до конца дошли, но они потихоньку выпускаются. Так, это выполнено. Ветры. Из-за вышеупомянутого шторма проблемы есть по всему региону. Многие здания были повреждены, а некоторые находятся в запустении. В то же время герои и Билл получили новое задание. Им придется постараться выполнить все требования клиента, имея в распоряжении небольшое количество ресурсов. Требования: двери и окна, строительные перегородки, лестница. Строительная перегородка — это типа профиля и гипсокартон на них, или что такое строительная перегородка? Или типа они просто имеют в виду перегородки? Так, ну окна я в принципе уже вижу. Так, надо покрутиться, чтобы все прогрузилось. Ой, хоть на хатку посмотреть. Слушайте, а вам не кажется, что она довольно знакомая? А, мы просто в этой местности, по-моему, уже были, но вот дом такой, будто... Где вход вообще? Где вход? А, вот вход. Мне кажется, что мы его уже строили. Или нет? Хрен на там щели. А тут, кстати, а тут то же самое. Так, что нам нужно? Я уже забыл, как это все делать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. А, 21 окно и одна дверь. Купить. Купить. Так, начнем, наверное, тогда со второго этажа. Коричневенькая под коричненький кирпич. Ёпта. Нормально. Горизонт завален. Принять. Жаль, что нельзя сразу купить, просто... Она что, зависла? Она зависла. Так, поставил второе окно. Сейчас, надеюсь, все будет ок. А то после вылета как-то... Фиг его знает, что она вылетела. Без ошибок просто. Раз и вылетела. Она, кстати, по-моему, у нас еще ни разу не вылетала. Ты, блин, чуть не упал. Жаль, нельзя окна выбрать перед установкой. Какого вида они будут, и все, и ставить постоянно, не выбирать каждый раз эту фигню. Колесико светится, думал, может, можно нажать и не крутить, оно выровняется. Нифига. Так нельзя. Так, принять. Уже немного осталось. 7 окошек. Ой. Куда-то я уже собрался. Принять. И последнее окошко. Сейчас дверь сразу поставим. Принять. Так, где наш шуруповерт? Дверь в обратную сторону. Ну ладно. Так. Не, погнали со второго этажа. Нам тогда будет проще тут спрыгнуть. Не нужно будет подниматься.
Я, кстати, уже даже не помню, есть ли у нас тут какая-то прокачка, типа, чтобы что-то быстрее делать или нет. Или оно все на автомате у нас работает. В пол куда-то. А, не, все нормально. Доминошки наши потом воткнем. Также по кругу пройдемся. Чтобы сейчас не прятать шуруповерт каждый раз. Блин, они так быстро подсвечиваются, будто я не закрутил. Такой раз отходишь, оно подсвечиваться начинает. Не достаю. Так, этот этаж готов. Теперь первый. Готово. Блин, фигово, что на эти прям нажимать нужно, а не так же зажать раз и все. И готово. Так, ну я думаю, подоконник с каждой стороны можно сразу ставить. А с улицы потом воткнем. Потому что, в принципе, нам ничего для этого менять не нужно. Все равно это все делается у нас нашими ручонками. Интересно, нам тоже скажут, чтобы мы фигачили подоконники с улицы или нет? Возможно, даже без лесов получится поставить, потому что мы к ним нормально дотягиваемся. И мы тогда без лесов на втором этаже их воткнем. Наверное. Хочется в это верить. Там на самом деле будет уже видно, получится, не получится. О, тут сразу предлагало нормально на автомате уже крутить начал. Нужно, чтобы эти подоконники с прокачкой становились наиболее ровно. Типа раз, там чуть-чуть повернуть. Нужно будет чуть-чуть повернуть. Так, первый этаж готов, кроме улицы. Сейчас второй будет у нас. Заодно сейчас увидим, будут подоконники, не будут. Да, есть. Ну а здесь вряд ли будут. Прямо весь рост. Тоже есть. Прикольно.
Отлично. Отлично, отлично. Погнали вниз. Сейчас будем проверять. Не хочет. Ну там не сильно удобно. Черные такие. Оказалось ли там колесико? А, точно. Не, с лесами надо будет, не крутится. А, подожди, а если так? Не, никак. Кстати, можно в теории взять этот стульчик наш любимый и с него попробовать. Возможно, нам его хватит. Так, а где он есть? Где он есть? Во, рабочая платформа. Ну-ка, начнем отсюда. Жаль, я с него не могу запрыгнуть. Ну, вот тут, допустим. Да, вот тут хватает. Слушайте, а чё я тогда там не смог? Потому что я тупой? Зараза. Ну ладно. Как-то оно странно работает, типа подвигал, подвигал, потом заработало, подвигал, заработало. Не сразу хочет. Вот типа раз, чуть провернул, все, перестало. Нужно снова двигаться. Ну вот тут еще окна какие-то другие. Серьезно? А вот тут сейчас возьмет и нормально будет. Нет. Так, как тебя там убрать? Шуруповертом тебя убрать? Продать. Почему нельзя большие леса так? Есть у нас просто лестница, например. Нет. Как тебя, черт возьми, передвинуть? Никак? Так, погнали в другую сторону. Возможно, они нам еще пригодятся, конечно, кто его знает. Так. Вам нужен монтажник лестниц. Кстати, вот у нас лестница есть. А куда лестницу ставить? Ну, ладно, давайте купим, посмотрим потом. Купить. Такая же коричневенькая. А, и все. Профиля. Не пишут сколько, но нормально нужно, наверное. Хз. Так, профиля. Ну, пока что здесь возьмем. Так, изоляция. Ладно, потом. Так, мне интересно, вот тут они сразу профиль хотят или... Да, изоляция. Просто толстенькая такая.
Ага. Так, я понял. Пусть будет столько. Тут, походу, кирпич будем фигачить. И тут везде тоже изоляция. Так, значит, изоляции нам не хватит. Еще две возьмем. Закончилось. Еще две. Так, изоляция пока что больше не нужна. Раствор хотят, а где мы его возьмем? У нас же бетономешалки. Нет, или есть. Вот зараза, все есть. Ну ладно. Я думал, нет. Так, шуруповертик. Сейчас профиля нахреначим. Ой, про потолок забыл. Ну ладно. Я не знаю, почему я наверх не смотрел, но это было логично. Чпоньк, 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 чпоньк. Гипсик. Так, я думаю, профилей еще 10 штучек. Можно минваты 10. Гипса 10, там посмотрим. Так, тут сразу гипс. В смысле, а минвата... Не? Или прикрутить сначала нужно? Сейчас прикрутим, посмотрим. Во, другое дело. И гипсик обратно. Хрен прикрутишь его сейчас. Там нет, что ли? Отлично. Так, первая стеночка есть. Профиль, профиль, профиль. Отлично. Ну, вроде как все. Так, раз, два. Короче, проще потратить, потом посчитать. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 профилей. Есть. Нет, больше 10. Я проем не посчитал. Тот, который рядышком. Еще 2 нужно. Отлично. Так, гипс. Тратим весь, который есть. Но, думаю, 10 листов нам пока что хватит. Ладно, возьмем 20. Чтоб наверняка. То вдруг... Всякое у нас бывает. Все. Все. Это я с этой стороны. Не с той стороны закручиваю. А, это этот лист. Фу, блин. Я смотрю, думаю, нафига там лепить. Ну, типа есть. Так, минвата. 1, 2, 3, 4, 5. Так, сколько нам нужно? 1, 2, 3, 4. 4 минваты. Здесь 0. 4 и все. Куда мы ее не поставили, я уже забыл. Есть. Так, гипсик тут все. С
смысле, а тут что не так? Один листик. Как его воткнуть? Сейчас ставится. Чё он до этого не хотел ставиться? Странная штука. Так, эта стеночка готова, тут все тоже вроде готово. Ну, как бы перегородки вроде как... Вроде как готовы. Так, изоляция. Изоляцию, думаю, можно продать. Так, что нам нужно? Пустотелый блок или что они будут хотеть от нас? А, бетонные блоки. Соточка. Дальше посмотрим. Так, погнали заряжать нашу бетономешалку. Бетон. Ой, раствор. Замес готов. Выключить. Как тебе нахрен взять? Угол не тот, что ли? Что за нахрен? Так, предлагаю сохраниться. Да. Выйти в меню и зайти заново. Походу что-то лагануло, малёха. Так. Я, конечно, подозреваю, что она может работать только включенная. Но раньше работала так. Нет, это ни на что не влияет. Да ёкарный бабай. Чё с тобой не так, игра? Давай тележку нашу. Как на тебя прицелиться нормально? Я могу какую-то взять из кругового меню? То есть уже боком надо. А, я ни хрена не сделал. Вот это я дебил. Ну, бывает. А я туплю сижу. Думаю, что она не пошла. Я типа посмотрел, полоски заполнены. Типа подсвечивалось, типа как-то так. И все. И на автомате уже такой, думаю, странно. Так. А, это они так отражаются, думал, они просвечиваются. Идрить, колотить. Двери закрыли прямо перед хавальником. Так, давайте, наверное, на второй этаж захреначим сейчас. Чтобы потом не бегать. Если бы она еще вот сюда фигачила. Еще есть растворчик.
Неужели нам одного замеса хватит на этот этаж? Там еще дофига лежит с виду. Так. Это они перемычку хотят? Сейчас посмотрим. Так, тут уже надо вплотную к стене ходить. Перемычка. Да, перемычка. Да, перемычка. Купить. Еще есть. Ах ты, зараза. Где наш стульчик? Так. Хватило. Отлично. Кирпичей только не хватает. А раз нам еще снизу нужно лепить, я думаю, можно еще взять соточку. Или сколько мы брали, я не помню. Проще попрыгать, чем стульчик переставлять. Отлично. Так, что у нас здесь? Окна нет. Непонятно. Абсолютно непонятно. По наличию там. Со второго этажа хоть что-то видно было. О, тут уже целая стена зафигачилась. Удобненько. Оно, видимо, от положения кирпичиков считает. То есть вот в этот раз у нас полная не сделается. Да. От положения кирпича зависит. Я хоть пойму схему, как она работает. Так, кирпичики закончились. Учитывая, сколько мы сделали, но нам... Полтинник точно, но, скорее всего, больше. Но я думаю, что меньше сотки нужно. Ой, нафиг я сюда зашел? Не знаю. Так. Две перемычки. Есть. Что-то раствор у нас какой-то бесконечный, походу. О, здесь мы что делали? А, тут, наверное, эти совпали, кирпичики наши. Так, ну, 20 возьмем. Так, мастерок не достает, нужен стульчик снова. Где наш стульчик? Отлично. О, нифига. Чё прям... А, я думал, уже прям все вообще. Не офигел. Слушайте, что оно не тратится? Что за фигня? А, тут уже все, фигня осталась. Почти потратилась. Понятно.
Ну нормально хватило, обычно нам такое количество не хватает. Кирпичики. Ну, 10 точно нужно. Одного не хватает. Купить. Красота. По-моему, отлично выглядит. Конгратуляции. Ремонт повреждений. Так, эта миссия выполнена. Нормально, причем качественно. У нас один контракт остался, а дальше ждем обновлений, так сказать. Маленький дом, строительство целого дома. Только там какой-то сарай нарисован, но я сомневаюсь, что мы будем сарай строить. Хотя тропический остров, черт его знает. Клиент ищет компанию для возведения небольшого дома по предоставленному ему плану. Билл решает, что это отличная возможность для героя, который уже приобрел некоторый опыт, проявить себя. Партнеры берутся за выполнение задания. Короче, это будет надолго, так что оставим на следующую серию. Так что, народ, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.